1/8 финала Кубка Чемпионов, осталось 16 команд и идет борьба за выход в четвертьфинал. Да, тут уже не до сантиментов. Пошла игра на вылет. И вот состав хозяев. Очень сбалансированная расстановка, без явных слабых сторон. И можно перестроиться по ходу игры. Состав Манчестер Юнайтед. Игроки на поле. Схема 4-5-1. Надеюсь, атакующие полузащитники не оставят центр форварда сегодня без голевых моментов. Такие передачи всегда таят опасность для соперника. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Душ Сантуш Авейру. Пас в разрез очень точно. Опасно! Друзья, мы что, будем смотреть передачи назад? Успешно навязал борьбу, теперь придется побороться еще раз. Верати. Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. Харри Кейн! И они забивают. Начало положено. У нас есть первый гол. Ну что сказать? Голище. Кстати, этот парень дело-то свое отлично знает. Не первая его передача такая. Идеальное исполнение. Видно, что на тренировках времени даром этот парень не терял. Да, вот это идеальное завершение стандарта. Точный удар головой и вратарь бессилен. Да там никто вообще дернуться не успел, включая даже защитник. Верати. Может получиться интересная атака. Момент! Мяч в воротах, рикошетом от голкипера. Два гола подряд они смогли забить. 2-0. Самый нелюбимый счет Фабио Капелло. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Друзья, вы поворотом-то бить собираетесь или нет? Пасы это, конечно, хорошо, но надо же голы забивать. Удар Кейна! Опасно! Душ Сантуш Авейру. Манчестер отправляет мяч в сетку. Дубль записывает он на свой счет этим голом. Молодец! 3-0, это уже серьезно. Гудель. Дэвид Классен. Ну, почти получилось отобрать мяч, но не вышло. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. Нужно забивать. А тут что? Гол! Гол! Еще раз гол! Долго собирались игроки на эту комбинацию, но пас в итоге получился просто великолепным. Это его второй гол в матче. И это дубль. 4 безответных мяча забито в этом матче. Гудель. Хорошее владение мячом. Свисток арбитра. Соперники Манчестер Юнайтед пробьют штрафной. Защитник прекрасно обороняется. Не позволяет пройти на вес. Ну, пора подавать. Легко прошел он соперника. Штрафной ставит судья. Продолжают владеть мячом очень долго. Пора бы уже как-то обострять.
Манчестер Юнайтед будет вбрасывать из-за боковой. Матео Дармиан. Мемфис Депай. Верати. Кейн. Тут может что-то получиться. Такими передачами только смешить оборону. Команда готовится подать угловой. Четко действует вратарь на выходе. Удар Кейна! Команда готова начать второй тайм и продолжить бороться за место в четвертьфинале Кубка Чемпионов. В первом тайме команды в основном сосредоточились на обороне, но, думаю, во втором тайме сыграют более агрессивно. Арбитр фиксирует игру рукой. Дэвид Классен. Потерял он мяч, но кому он достанется? Пол команды обыграл. Ничего себе. Удар. На месте. Ну же давай. Положение вне игры сигнализирует Лансман. Никаких шансов не оставляет нападающему поднятый флажок бокового арбитра. Поторопился форвард и оказался в положении вне игры. Надо забивать. Опасно. Гол. И это, между прочим, третий гол. Он оформляет хет-трик. Хет-трик оформляет игрок, и я думаю, на этом он не остановится. Его сегодня день, его сегодня матч. Поймал он хорошую волну. Игра идет в одни ворота, и у нас 5-0. Игра остановлена штрафной. Манчестер идет вперед. Надежно играет защитник, атака прервана. Замену готовит тренер гостей. Да, это должно освежить игру, ну хотя бы немножко. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Кейн. Есть варианты развития атаки. Такие передачи всегда таят опасность для... Мяч летит в сторону ворот. И что это? Гол! Пробил и технично, и сильно. И после его удара мяч угодил прямо в правый нижний угол. Игра продолжается, так как это не футбол, а в теннисе при счете 6-0 команда заканчивает сет. Тренер гостей готовит замену, по всей видимости. Игрок стоит уже у кромки поля, и сейчас арбитр даст отмашку, и футболист появится на поле. Был фол, тут нечего обсуждать. А что насчет карточки? Судья не преклонен. В такой ситуации желтая – это еще не самый худший вариант. Голкипер выходит и нейтрализует угрозу. И за боковой игрок Манчестер Юнайтед ведет мяч в игру. Матео Дармиан. Друзья, вы поворотом-то бить собираетесь или нет? Пасы это, конечно, хорошо, но надо же голы забивать. Красиво сыграно, как эффектно. Он бьет. Вот так надо играть в обороне, вовремя блокировать удар. Командам 20 минут осталось играть в этом матче. Свисток арбитра фиксирует нарушение и пробьют соперники Манчестер Юнайтед. И это желтая карточка. Какой-то, знаете, между собойчик. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Успешно навязал борьбу, теперь придется побороться еще раз. Посмотрим за этой атакой. И прерывает защитник эту передачу. Люк Шоу. И как опасно пробил.
Мяч словно приклеился к перчаткам голкипера. Еще достаточно игрового времени, 10 минут. Это может быть опасно. Продолжают владеть мячом очень долго, пора бы уже как-то обострять. Есть хороший адрес для передачи. Дерек Лассен. Посильнее, подальше, все правильно. Опасно! Да ну, это совсем никуда не годится. Да Сильва. Манчестер Юнайтед. Бить можно и забивать! И удар головой. Опасный, трудный для вратаря, но не точный. Много остановок у нас было. 4 минуты, судья добавляет. Мемфис Депай. Отлично играет на выходе голкипер. Да, ни секунды не медлил и все сделал как надо. Вот и все. Матч окончен. Владеет мячом.